Сегодня очень ясный день. Помыли окна в доме. И можно разглядеть, увидеть далеко. Впереди виднеется порт. Хорошо видно. И вот ракушка крыши музея Лувр Абу-Даби. А в пылевую бурю это все уже как в тумане, ничего не видно. И тем более, когда окна были грязные, я не могла показать этот вид красивый, который открывается сейчас. Все-таки пыль поглощает, уменьшает, конечно же, видимость. А вот здесь, в этих ангарах, которые вот на берегу порта, я поеду 24 марта, нет, 26 марта, снимать браслет, который сейчас на моей руке, и благодаря которому или посредством которого за мной отслеживают перемещение, чтобы я не покинула квартиру, территорию квартиры. То есть таким образом я прохожу самоизоляцию по приезду в Абу-Даби. Ну, пока просто поближе покажу парк. Рим Айленд парк, Централ парк, Центральный парк. Сейчас там пусто, потому что рабочий день, воскресенье. На пляже тоже никого нет. Ближе к вечеру народ появится. Выйдут на берег отдыхающие. После работы пойдут погуляют. Может быть, даже кто-то будет плавать. Но сегодня рабочий день, поэтому никого. Никого нет. Все заняты работой.